Добрый день. Сегодня пришло время для небольшого отзыва в работе компании Urban Autotrade вот на фоне своей машинки, которую я получил, ну, наверное, 2 недели назад, где-то, ну, так и не было пока возможности сделать отзыв. Вот сегодня наконец его нашел. Что хочу сказать. Компания занимается привозом машин из Южной Кореи. Вот, нашел я ее на профильных интернет-каналах. Почему, собственно, остановился на ней? Хотя уже имею небольшой опыт поставки машин из компании из Южной Кореи через других поставщиков. Вот. Сейчас расскажу, немножко машинку покажу. Шестиместная машина, бензин. Хотя изначально хотел дизель, но в комплектации M-Sport. Вот такая машинка с экранами. Тонировка, как они любят. Вот сейчас присядем, немножко расскажу. Вот. Почему компания Urban Autotrade? Потому что при поиске машинки на Incar, ну, попадались варианты. Заряжал других поставщиков, да, ну, очень долго добивался осмотров, буквально неделями, доходило до 2-3 недель, чтобы люди только связались с человеком и уточнили, в общем, продается, не продается, отдается на экспорт, не отдается, и уж тем более посмотреть машину, да. А здесь, ну, взял как-то так вот, случайно отправил им интересующие варианты, и буквально в тот же день, ну, оказывается, они ее уже смотрели для какого-то клиента, но тем не менее, они прислали обзор, ну, собственно, та машина была с повреждениями, и я от нее отказался. Ну, в общем, начал наводить, получать информацию о компании, посмотрел на профильный телеграм-канал, там и документы, и договор, в общем, начал изучать этот вопрос. Ну, в общем, все эти особенности, да, что машину, да, ребята, машину страхуют доставку по России, то есть транспортные вот эти вот все вещи. В общем, остановился в качестве поставщика на них, заключил договор, там буквально, наверное, это было в октябре, 13-го, наверное, где-то в районе этих чисел октября, начали подбирать варианты. Ну, еще один вариант там не очень подошел, потому что в процессе, после осмотра, вернее, там, в процессе переговоров, там, отдается, не отдается на экспорт, она была, цена на нее была увеличена, что мне не понравилось, и я от нее, в общем-то, отказался. И, ну, буквально еще через пару дней предложили вариант не дизеля, как я изначально хотел, а бензина, но машина в пленке, ну, и с небольшим совсем пробегом 21-го года. Ну, в общем, после недолгих размышлений заказали осмотр, который практически в этот же день был прислан. Ну, и, в общем-то, да, остановились на ней. Вот, собственно, она, это она и есть. Дальше, получается, машинка уже в районе 20... Да, ну, по-моему, 17 числа я оплатил инвойс. 25-го она уже была на судне. Ну и, собственно, в первых числах ноября она пришла уже в Владивосток. Там немножко она постояла, подождала комплектование автовоза. Ну и через страну таможенного союза, там через Киргизию, она таможилась и пришла в Москву в районе... Да, 27 декабря. Вот, остальные документы были оформлены уже после Нового года. ЭПТС, лаборатория, ну, собственно, со всеми документами, вот поставлены на учет, там, буквально, там, неделю, чуть-чуть больше назад. Все, машина на номерах. Ну, что могу сказать, ребята очень хорошо отработали, все время были на связи, документы, договор с полной ответственностью, страхование перевозки, даже несмотря на то, что она ехала там не по ЖД, а на автовозах, ну, все... Да, немножко грязная, забирал ее, довольно грязная была, но вообще все было четко, без малейших повреждений. В общем, все отлично.
Вот. Так что всем рекомендую компанию Urban Autotrade. Да, Дмитрия. Своим друзьям, знакомым периодически раздаю телефоны. Компании удачи и развития бизнеса. Всем пока.